В завершении выпуска кадры из Казахстана. В Алма-Ате неуправляемый трамвай вылетел на оживленный перекресток в центре города. Он протаранил 14 автомобилей, которые от удара разлетелись в разные стороны, сталкиваясь друг с другом. Обошлось без жертв, но пятерым пострадавшим все-таки потребовалась помощь врачей. Что стало причиной аварии, неизвестно, но, по словам очевидцев, водителя в кабине не было. Он вышел, чтобы устранить неисправности, и в тот момент трамвай рванул вперед. К слову, это уже второе подобное ДТП в Алма-Ате менее чем за месяц, в конце сентября. Точно так же трамвай вылетел на перекресток. По одной из версий у него отказали тормоза, по другой водитель вышел на улицу и упустил момент, когда машина тронулась.